Всем привет, меня зовут Ника, и сегодня хотела бы с вами поговорить о том, как не должны, по моему мнению, вести себя подписчики, какие грани они не должны переходить, как они должны уважать людей, которых они любят, смотрят, к которым они подходят, подбегают и хотят сделать фото. В общем, если вам интересно, то давайте начнем. На это видео меня натолкнул разговор с моей подругой. Мы начали разговаривать о том, как ведут себя люди по отношению к блогерам, например, вот это то, что мне ближе всего, по отношению к звездам, певцам, артистам и так далее. Давно моя подруга Вика была в Питере, она шла по Невскому и вдруг увидела Коржа, Макса Коржа со своей семьей. К нему там подходили люди фотографироваться чуть ли не каждую минуту, и он уже чуть ли не бежал к такси. Она его выцепила, сделала с ним фотографию. Когда я начала обдумывать это все, я поняла, что, блин, я так не хочу быть максимально популярные, знаете, как артисты, как самые популярные блогеры, потому что это же так ужасно. Люди такие невоспитанные по отношению к другим людям. У нас на улице может незнакомый человек задеть другого человека, тот может начать бычить и говорить: боже, там, ты чё, охренел, начать драться вообще. Это два незнакомых человека, и они начнут себя так вести. Вернемся к теме популярности блогеров. Меня с моим количеством подписчиков как-то раз настигла такая ситуация ужасная просто. Кто-то создал Инстаграм, в котором сливал мой адрес, телефон моей мамы, телефон мой даже, наверное, хотя я без понятия, откуда эти номера у этого человека. Этот человек фотографировал из кустов мои окна, фотографировал мой дом, где я живу, в какой квартире и так далее. Вы понимаете, насколько этот человек озабочен чужой жизнью, что он так поступил? Да, я не представляю, что происходит с людьми, у которых вообще за миллион подписчиков. Как они живут, я даже не представляю. Мне было настолько страшно, когда это происходило. Я жаловалась на этот профиль, просила друзей жаловаться на этот профиль, писала этому человеку, но он мне не отвечал. Я, конечно же, догадывалась и догадываюсь до сих пор, кто эти люди. Это, скорее всего, маленькие девочки с моего дома. Это такое ужасное поведение, когда люди себя вот реально так ведут. Я хочу вас попросить, пожалуйста, люди, будьте по отношению к другим людям, по отношению к людям, которых вы любите, более вежливыми, более порядочными, потому что такое поведение, оно реально ужасное, когда просто человек сидит, ест в кафе, его фотографируют со стороны и выкладывают в какой-нибудь ВПШ или еще что-то. Это же так ужасно, реально. Я вот так не хочу, чтобы у меня так было, серьезно. Я не хочу, чтобы так было у каких-то моих знакомых, у каких-то людей, которых я знаю, блогеров. Что мешает людям, которые делают такие фотографии из-под тишка, подождать, пока человек доест, пока он встанет и начнет собираться, и просто подойти к нему и сказать: можно с тобой сделать фотку, там ты классный, я там тебя смотрю и так далее. Я правда не знаю, что мешает это сделать. Нет, надо делать фото со стороны, выкладывать это во всякие соцсети, типа: смотрите, какой страшный блогер в жизни, когда он ест, пьет, еще что-то делает. Такие вот маленькие дети, у которых еще, знаете, не сформировано мышление, разум, они это делают и думают, что это круто, но на самом деле это нифига не круто. Я искренне надеюсь, что моя аудитория внимательная, вежливая, порядочная. Я надеюсь, что вы никогда не будете делать так, как делают вот эти люди, потому что это реально ужасно. Я просто этим видео хотела сказать вам, сказать всем, кто это посмотрит, что это некрасиво по отношению к другим людям, так нельзя делать, это неприлично. Я почему-то уверена, не знаю почему, что в других странах такого нет. Конечно, вы сейчас мне скажете: а как тогда, если вот ты увидел человека, он идет со своей семьей, и ты его так любишь, хочешь с ним сделать фотографию? Вы, конечно, можете подойти к этому человеку, этот человек знает, что если он здесь гуляет, то к нему по-любому кто-то подойдет. Но нужно это делать, знаете, более красиво как-то. Тоже, когда человек ест, к нему подходят, просто прерывают весь процесс, говорят: о, можешь с собой фотку сделать? И это вообще на самом деле. Могу привести пример, когда к нам в город приезжала Лера Любарская и Ян Топлес. Лера сидела, ела, и просто к ней один за другим подходили школьницы маленькие и такие: ой, Лера, можно фотку, Лера, можно фотку? Человек только что отфотался, наверное, с 30 людьми, сел отдохнуть, поесть, и к нему подходит, она говорит: ребят, я кушаю, давайте потом. Я сидела на лавочке, ждала, пока она все доделает, чтобы сделать ей фото, даже не подходила к ней, не спрашивала: можно, вот я сейчас с тобой сделаю фото. Я очень надеюсь, что меня поймут сейчас люди, которые посмотрят это видео и что-то в себе изменят, какие-то, может, взгляды на жизнь вы поменяете после моего видео. Вы сами подумайте, если бы вы сидели, ели, а к вам подходили
люди один с другим прерывали это все и, к примеру, фотали вас со стороны, вы едете в метро такой загруженный. Почему к вам не приходит человек фототься, он фотит вас со стороны? Потому что сейчас это как-то модно, что ли, я не знаю, делать папарацци. Вот я сейчас снимаю это видео без сценария, у меня немного все в кучу, но я надеюсь, вы суть уловили и поняли меня. Я искренне на это надеюсь. Всем спасибо за просмотр, всем пока. Try to get me mad, I try to make them sad, so they fall in